Наидобрейшего времени суток, дорогие друзья, с вами, как всегда, на микрофоне Дог Браун, и мы продолжаем говорить о классах Терри Онлайн, и по вашим просьбам сегодня я буду рассказывать о жреце, ну или прист, священник, ну или как вообще в простонародье хил, хиллер. Даже не знаю, в принципе, что рассказать об этом классе, почему? Потому что прист вот в Терри Онлайн это чисто вот представитель классического вида хиллеров, то есть вот самый настоящий саппорт. Для чего служит хил в Терри Онлайн? Это хил и стабилизатор группы, я бы сказал. То есть сам по себе кач за приста очень долгий, очень тяжелый, в силу того, что дамаг, который наносит хил, очень маленький, очень низкий дамаг, и поэтому если вы планируете соло качать приста, то готовьтесь на то, что это будет сложно, это будет долго и геморно. Однако если вы планируете качаться в крутом пати, ну хотя бы с одним-двумя своими друзьями, то тогда, думаю, никаких проблем в каче у вас не будет. Задача хила по большей степени это как раз таки помощь другим игрокам, участникам группы. То есть очень глупо, когда заходишь в данж и наблюдаешь картину, когда там, к примеру, Берс бежит направо, а хил бежит налево. И разошлись как в море корабли. Да, в итоге все пати слилось и очень все круто. Вообще в идеале, вот когда идет группа какая-то на босса, в данж там, или гринди там, элитных мобов, например. Идеально, когда хил просто стоит в стороне и следит за состоянием группы. Очень хорошие, грамотные хилы всегда так делают, то есть они не танкуют. Они следят за маной и здоровьем группы, за бафами, за дебафами, которые наложены на участников группы и вообще за их состоянием. К примеру, у приста есть возможность поднимать всех на ноги. Да, вот если, к примеру, босс сделал крутой удар какой-то там и все упали, прист может в этот момент, если он конечно следит за состоянием на поле боя, он может юзнуть свой скилл, который ставит резко всех на ноги моментально. Это очень удобно, так делают грамотные присты. Ко всему же прочему, да, то есть видим, падает здоровье, раз отхилял, видит, что надо вот добить босса, а там мало хп и он не успевает отхилять, накладывает на все пати баф на повышенный дамаг и повышенную скорость атаки, и пати сливает босса. То есть вот такие вот скиллы у приста, это очень, скажем так, небольшое количество процентов у него, его умений там процентов, ну может 20-25-30 пускай даже будет, это атакующие умения. Но это так чисто для вот, чтобы можно было конечно самому как-то качаться, да, там такое небольшое нападение и самооборона, скажем так. Все же остальное это масса разных бафов и умений, которые важны для группы. Отхилять, воскресить, там, снять дебафы, кстати, тоже очень классное умение. То есть прист умеет снимать дебафы, причем не только с себя, но и с участников группы. Вообще с любого игрока, на которого прист там наводится, раз, все, дебафы сняты. Это круто, это удобно. Плюс ко всему, да, разного рода бафы на повышение дамага, на повышение скорости атаки, на повышение скорости передвижения. А также прист умеет восстанавливать резко ману себе, повышать ее, причем даже находясь в движении, то есть ему даже не обязательно стоять на месте для этого. И что круто, прист умеет накладывать достаточно долгие слипы, заставляя одну цель на расстоянии примерно там 18 метров заснуть на, кстати, достаточно длительный, я бы сказал, период. То есть это очень крутой скилл. Вот слип у пристов, наверное, лучший просто. Вот реально очень крутой. И плюс к этому скиллу прист еще и умеет накладывать немоту. Причем скилл, накладывающий немоту, еще и наносит дебаф, который постоянно наносит урон противнику, что тоже в принципе круто. Плюс касательно вот таких скиллов, которые важны для группы,
Прист может телепортировать абсолютно всех участников пати, находящихся с ним в одной и той же локации, резко телепортировать их к себе. Но это, конечно, по соглашению других участников группы. То есть там появляется окно запроса, мол, вас хотят тпшнуть, согласны или нет. Да, нет, нажали, ответили, либо не телепортируемся, либо телепортируемся. И еще один такой скилл с телепортом, это Прист может телепортировать всю группу вместе с собой в ближайшую деревню. В принципе, тоже удобно. Тоже удобно. То есть, такие прикольные достаточно скиллы, но все-таки в основном это все рассчитано на игру в пати. То есть, Прист это чисто вот такой вспомогательный класс, который, кстати, может усиливать защиту членов группы, тоже что удобно. Умеет, вот учитывая слабость Приста, да, вот, к примеру, если это вы там нагрели полным-полно на себя мобов, да, и уже боитесь, что уже все, кирдык пришел незаметно, да, то Прист умеет обнулять агр монстров. Но это имеется в виду только в отношении себя. То есть на пати этот скилл не распространяется. Это вот чисто на себя. Почему удобно и полезно? Потому что вот даже если Прист грамотно ведет себя в данже, вот, к примеру, пати выносит босса, и Прист не танкует, он босса вообще не трогает, и чисто вот отхил, бафы, снять дебафы, то есть работает с пати, босс, видя, что вот Прист, скажем так, грамотно себя ведет, он периодически будет все равно сагриваться не на того, кто наносит ему дамаг, а на Приста периодически. И поэтому вот такое вот обнуление агро, это очень полезный скилл, потому что, ну, одного удара босса достаточно для того, чтобы положить Приста. Особенно там поначалу, то есть дальше там уже сложнее, но все равно поначалу один удар босса, все, Прист лежит, готов, спекся. Для экстренных случаев у Приста есть отскоки, несколько вариантов. Один обычный, один с нанесением урона противнику, который подошел слишком быстро. Но, понятное дело, это так, чисто символически, там, все равно, что дать щелбан. То есть там дамаг не очень большой. Рассчитывайте, ребята, на то, что Прист это в основном именно рассчитан на игру в группе с другими игроками. Соло, ну, я бы не советовал. То есть, если вы собираетесь выкачать вот чисто Приста и играть только за него, то, ну, это долго, это как-то вот... Мне лично показалось это очень геморным процессом. Как-то так. Вот, пожалуй, на этом все, что могу рассказать о священнике, о жреце, Присте, Хилле, Хиллере. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал. Тут много чего интересного, ребята, и скоро будет еще больше, так что не пропустите. И буду благодарен за ваши лайки. Удачи, встретимся в следующих роликах. Пока-пока.